В эфире телеканала «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. У нового губернатора свои понятия о демократии. Первую в должности пресс-конференцию Максим Степанов провел для узкого круга своих журналистов. На французском бульваре большегрузным транспортом и усилиями коммунальщиков уничтожается последняя изюминка бульвара – брусчатая мостовая. Из-за начавшегося строительства многоэтажки в центре города может рухнуть старый дом. Здание уже покрылось трещинами. Система трудоустройства будет совершенствоваться. Государственная служба занятости провела совещание с представителями областной администрации, организации работодателей и руководителями предприятий. Новый глава области, недавно назначенный президентом Максим Степанов, вводит старые стандарты. Первую пресс-конференцию он провел для узкого круга журналистов. На встречу с губернатором попали избранные. По какому принципу их отбирали, остается тайной. Мы позвонили в пресс-службу областной государственной администрации. Это была не пресс-конференция, это была встреча губернатора с теми журналистами, которые звонили ему в приемную, и их секретарша записывала, то есть они хотели, там, кто хотел интервью, кто хотел встречу с ним. Секретарша всех записала, потом он сказал секретарше, звоните всех, кто есть, и пригласите встречу со мной. Ситуация по меньшей мере странная. Если губернатор распорядился обзвонить всех, кто есть, это значит всех, а не какую-то часть. Тем более, что пресс-службе знают телефоны и электронные адреса редакции. К тому же, все новые губернаторы после назначения сами проводили пресс-конференцию. Таков неписанный, но общепринятый порядок для руководителей не только на уровне области. И Максим Степанов, конечно же, знает об этом. Как сообщает издание «Избирком», пресс-служба попыталась объяснить, почему так произошло. Оказывается, в областной администрации, где есть 3 зала заседаний, вдруг не хватило места для журналистов. Объяснение смешное. И тут же, как нарочно, одно из первых высказываний главы области о политике. Я не занимаюсь политикой и не собираюсь ей заниматься. У меня есть четкие приоритеты моей деятельности. Я хочу заниматься эффективно, достаточно, надеюсь, решением экономических проблем области, решением социальных проблем области. Игнорирование большей части средств массовой информации – это уже политика. И политика, к сожалению, плохая. Александр Виноградов, телекомпания «Круг». Городская власть убивает французский бульвар. Причем в буквальном смысле слова. Усилиями коммунальщиков, проведших несколько месяцев назад замену труб, на местах, где производились раскопки, образовались глубокие провалы в брусчатой мостовой. Впрочем, чего удивляться, ведь все, что ремонтирует, реставрирует и благоустраивает Одесская мэрия, от Аркадии до Потемкинской лестницы в результате уродуется и уничтожается. Французский бульвар все меньше напоминает одесскую достопримечательность. Скорее, его так называют по привычке. От бульвара почти ничего не осталось. Варварски вырубленные деревья, убитые тротуары, разбитые и бывшие уже памятники архитектуры, вроде Мавританской арки, которая после ремонта по-трухановски со всеми вытекающими, вроде замены мраморных колонн на пластиковую дешевку и очень недорогую покраску, стала карикатурой на себя прежнюю. Собственно, от памятника осталась разве что табличка, как печальное напоминание того, что здесь была Мавританская арка. Конечно, все разрушается. И качество работ тут, если вы помните, вот остались только наметки. Была табличка, кто 8 или 9 было учредителей, которые давали деньги и ремонтировали все. А колонны вот эти были здесь мраморные, они куда-то исчезли, а сделали как из папье-маше все здесь. Качество очень плохое. Да что там арка? У составляющего единый с ней ансамбль бывшего особняка Хатицкого, построенного в 19 веке, обрушилась одна из колонн старинного ограждения. Причем обрушение произошло еще в декабре 2016-го. Но даже убрать останки было роскошью, у городских властей рука не поднимается. Впрочем, с таким отношением к старой Одессе скоро завалится и все остальное. Многие одесситы считают, что разрушению способствовало строительство многоэтажных монстров, которые благодаря циничной политике руководства города буквально добивают французский бульвар. Французский бульвар уже подвергся такой же трансформации, как и Аркадия, к сожалению. Здесь будет все застраиваться. Будет не бульвар, а черти совершенно что. Не та власть, которая будет сохранять что-то историческое.
и что-то такое, знаете, одесское. Молодец. То, чем был знаменита Одесса, французский бульвар. Многочисленные стройки на французском, а также ездящий здесь в чудовищном количестве большегрузный транспорт уничтожают то немногое, что осталось. Речь идет о брусчатой мостовой, которая сейчас вся сплошь состоит из провалов. Более того, стараниями одесских коммунальщиков, которые несколько месяцев назад успешно проводили здесь раскопки, мостовая провалилась еще больше. Видно, как наши отечественные мастера плитки пытались положить каменные булыжники обратно. И, честно говоря, это весьма жалкое зрелище. Вместо аккуратно, словно дорогая мозаика уложенных камней, жалкое подобие бывшей уже брусчатки. Стройка кругом происходит, большие машины, КамАЗы едут. Вот. И качество работ очень плохое. Они же делают, когда дождь, когда надо какие-то технологии, наверное, новые внедрять. Вот они сделали этот переход, а с него камни как с фонтана сыпятся. Машина проехала, и все. Такое впечатление, что кому-то надо это все разрушить. Вы знаете, что я ни к чему не удивляюсь, потому что водопровод же лежит, дома такие высокие строят. Значит, что получается? Слушай, что? Уже не да. Жалко, очень жалко. Пока можно констатировать только одно издевательство над французским бульваром продолжается. И неважно, под каким соусом это происходит – благоустройство, расширение, преображение – результат, к сожалению, один. То, чем одесситы так гордились, то, что с такой любовью было передано нам, нашими предками, безжалостно уничтожается Трухановым и компанией в угоду собственным интересам и кошельку. Жители дома номер 5 по улице Заславского бьют тревогу. Еще немного, их покрытый трещинами дом просто рухнет. По мнению одесситов, всему виной стройка, развернувшаяся буквально под окнами старого здания, построенного еще в начале прошлого века. О том, насколько опасно такое соседство, выясняли наши корреспонденты. Построенный еще в начале прошлого века жилой дом по адресу Заславского 5, несмотря на солидный возраст, до недавнего времени вполне неплохо себя чувствовал. Крепкие стены, солидный фундамент, высокие потолки и лепные карнизы. В общем, обычный дом в центре города, построенный настоящими архитекторами. Впрочем, все изменилось, как только рядом началось строительство очередной многоэтажки. Вернее, сама стройка была несколько лет заморожена, но вот в декабре снова закипела работа. Был пригнан огромный кран, вырыт котлован, стали забиваться сваи и, разумеется, старое здание не выдержало подобных издевательств. Возобновилось, они вообще строят только зимой. Что за дом зимой строится? Они 5 лет не строились. Вот уже в апреле будет 6 лет. А вот этот 2 месяца не строят. Когда-то нас накроют. Но я вот что со мной, я старая, 82 года. А молодежь живет, вот что. И дом рухнет же все. Трещинами покрылись не только несущие стены, но и полы, и потолки в подъездах дома и в самих квартирах. Смотрите, вот там мы заделывали. Здесь ДСП, вот это вот все. Это не потолок, это ДСП. Представляете, как оно там уже, какой самый потолок мы опустили, чтобы тепло было. Что потолок, наверное, там уже вообще посыпался. Развалился на куски, да? И вот здесь вот это тоже заделали. Тут такая трещина была вот здесь за телевизором. Вот оно пошло. Это уже опять все свежее. Здесь трещит, лопается, обсыпается. Катастрофа. Ну, короче, если будут продолжать, то мы лишимся дома. Как жалуются люди, здесь буквально стало опасно жить. По словам жильцов, дома буквально за час до приезда нашей съемочной группы обвалилась часть потолка и появилась новая трещина. Вам страшно здесь жить сейчас? Ну, разумеется, вон двери то закрываются, то не закрываются. Замок надо менять уже. Перекосило, да? Да. И дом в трещинах, я смотрю, прямо сверху. Да, все пошло. Дело в том, что там прекратилась стройка, говорили, что там подпочвенные воды пошли. И вот 5 лет не было этой стройки, а теперь опять ничего. С чем это связано? Да, наверное. Опасно, мы с ребенком, у меня ребенку 1,5 года, выходить гулять, если честно, каждый раз по парадной иду и боюсь. Оно падает уже давно, вот как стройка началась, у нас стали трещины, в квартире пошла трещина, вот это вот по внешней стороне у нас и в квартире она идет. В принципе, все происходящее с домом вполне естественно, если учесть, что строительство высотки, а по проекту планируется целых 11 этажей, происходит даже не в метре от жилого дома, а буквально лоб в лоб. Факт в том, что мы, например, не знаем, кто застройщик. У них есть сайт, но, как по моему мнению, что он какой-то недействительный, потому что никакого объявления относительно кто застройщик, там, что за предприятие, это мы не знаем. И даже подавать... Это какой-то строительный беспредел прямо. Да, абсолютно верно.
И страшно то, что, в принципе, у нас все разваливается сейчас. Но я не знаю, на самом деле, как можно такое делать здесь. И, то есть у них будет несколько строений одно, потом они будут рушить еще одно здание. Там, то есть вы представляете, вот это... И будет строиться еще. Тут, конечно, самое время спросить, а что же городская власть? Ведь не может так быть, чтобы застройщик действовал самовольно, а сами власти, ну, абсолютно ничего об этом не знали. Ведь проект должен был пройти кучу всяческих согласительных комиссий, включая решение городского совета. Но даже если предположить, что мэрия ничегошеньки не знает о строительном безобразии в самом центре, то выходит, что наша власть никакая не власть, а фикция. И что в горисполкоме-то сказали? Ну, отписки, как обычно, знаете, у нас на райисполком, и потом на отписка на ЖЭК. И письмо, отписка, чисто письмо приходило, отписки какие-то. Был интересный случай, когда нам пришли, сказали, все равно вы ничего тут не остановите, это все куплено, это все будет строиться. Впрочем, строительный беспредел никоим образом не может случиться, если его не покрывает беспредел власти, взорвавшихся от вседозволенности чиновников и зажравшихся городских руководителей, считающих город своей большой кормушкой, что, собственно, и объясняет свинское отношение мэрии к одесситам. Но жители 5-го номера по улице Заславского пока вынуждены жить, как на пороховой бочке, в страхе, что очередная вбитая свая станет для их дома последней. Одесским правоохранителям удалось задержать опасного преступника, который в конце прошлого года сбежал прямо из здания суда в Киеве. При задержании особо опасного преступника, находящегося в розыске, одесские полицейские применили табельное огнестрельное оружие. 8:30 утра в Суворовском районе на улице Проценко в результате оперативно-розыскных мероприятий по задержанию гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 185 «Кража» и 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины и 12 декабря 2016 года совершившего побег из зала суда в городе Киеве, оперативники Управления уголовного розыска области применили табельное оружие. Во время задержания преступник пытался скрыться на автомобиле, но в результате слаженных действий правоохранителей автомобиль был заблокирован в районе улицы Грушевского, а злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводятся следственные действия. Задержанный дает показания и будет передан киевским правоохранителям. Украинская система трудоустройства должна стать более эффективной. Роли и функции государства на рынке труда обсуждались 11 января на заседании Кабинета министров под председательством Владимира Гройсмана. Исходя из указаний главы правительства, Государственная служба занятости провела в Одессе совещание с представителями областной администрации, организации работодателей и руководителями предприятий. Главные задачи, решить которые предстоит Государственной службе занятости во взаимодействии с местными властями и бизнесом, легализация рабочих мест, применение индивидуального подхода к претендентам на вакансии, совершенствование деятельности центров профессиональной подготовки специалистов рабочих профессий в зависимости от потребностей предприятий и организаций. И заходы – это навчання, перенавчання, підготовка, підбір персоналу. Це основні заходи, які на сьогоднішній день в пріоритеті номер один Державної служби занятості. Також на сьогоднішній день створюємо на базі служби зайнятості центри розвитку підприємництва. Ми відкрили в Києво-Святошинському районі Київської області, ми відкрили в місті Харкові консалтинговий центр, де ми можемо з нуля навчити людину відкрити підприємницьку діяльність для того, щоб вона також взяла кадри і створила робочі місця на базі Державної служби зайнятості. Одеську область можна вважати більш або менш благополучною. Уровень зареєстрованої безробітниці 6,5%, в півтора рази ниже среднего показателя по стране. Мы стоим на третьем месте после Киева и Харькова. За прошлый год в службу занятости обратились 44 тысячи человек, 28 тысяч из которых незарегистрированные безработные. Трудоустроено 24 тысячи. Налажены деловые контакты с предпринимателями. 6700 работодателей нам дают заявки о вакансиях. И в целом нам дали заявок о вакансиях более 35 тысяч вакансий. За несколько лет изменился спрос на трудоустройство. В трудовом рынке. Некогда самые престижные профессии юристов, экономистов и менеджеров все чаще остаются невостребованными. Украинская система образования далека от потребностей общества и пытается выжить за счет контракта. Выпускники высших учебных заведений, 65% выпускников никогда не работали по специальности. И 80% выпускников вузов до сих пор не работают по специальности. В Одесском областном центре занятости на улице Исхака Рабина действует центр профессиональной подготовки. Сюда направляют, как правило,
правило тех, кто не сумел трудоустроиться по своему диплому и вынужден переквалифицироваться. Это большой и хорошо оснащенный комплекс по обучению рабочим специальностям с учетом потребностей местного рынка труда. Оборудованы классы по 28 профессиям. При необходимости учеников поселяют в расположенном тут же общежитии. Сотрудники центра занятости исходят из принципа: непрестижных профессий нет, любой труд нужен. Специалиста ценят за профессиональные навыки и желание работать. На этом строится экономика любой развитой страны. Александр Виноградов, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг». Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде, а я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу krug.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 20 76. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 19 января в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от минус 2 до минус 4 градусов.